Каждый корреспондент выбирает свою ипостась сферы журналистики. Кто-то силен спортивный, кто-то становится экономическим обозревателем. Новый гость в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ Дмитрий Второв является парламентским корреспондентом. На телевидении, где я работаю, я отвечаю за политическую журналистику, парламентскую тематику, освещаю жизнь и работу парламента. На самом деле, сама сфера журналистики, особенно телевизионная, очень интересная. Конечно, нужно обладать и инструментарием, надо работать с информацией, надо уметь работать на площадке. И, безусловно, вот мы хотели бы пообщаться, обменяться с нашими коллегами молодыми, студентами, а это действующие коллеги, я бы сказал. Дмитрий Второв обозначил, что парламентская журналистика призвана выполнять двоякую роль. С одной стороны, информировать общественность о законодательной деятельности депутатов, а с другой, доносить до них точку зрения общества о принятых им законах и о качестве законотворческой работы. В этой ситуации уровень доверия к представительному органу власти во многом зависит от качества выполненной парламентскими журналистами работы. И что немаловажно для любого корреспондента, закон о СМИ он должен знать и уметь применять на практике. Веста Земскова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.